мостоукладчик МТУ-72. Назначение. Танковый мостоукладчик МТУ-72 предназначен для наведения однопролетного металлического моста грузоподъемностью 50 тонн через препятствие шириной до 18 метров. Его место в боевых порядках 2-го эшелона танкового полка или в 1-м эшелоне танковой дивизии. Наведение моста осуществляется экипажем машины без выхода личного состава из машины. Технические особенности. Базовая машина – танк Т-72М1 без башни и танкового вооружения. Машина герметизирована, снабжена системой подводного вождения, движение под водой на глубине до 4,5 метров, системой противоатомной защиты с прибором радиационной разведки ГПК-59, системой автоматического пожаротушения 3С11, 3 фильтра вентиляционной. Установкой, благодаря чему машина может работать на местности, зараженной отравляющими и радиоактивными веществами, причем экипаж в машине может находиться без средств защиты. Броневая защита эквивалентна 200 мм брони. Возможна укладка второй мостовой конструкции в качестве продолжения первой, при этом оба пролета скрепляются между собой, конец первого пролета кладется на дно препятствия или на промежуточную опору из подручных средств. В этом случае возможно перекрытие препятствия шириной до 30-35 метров. Вооружение машины – автомат АКС-74 с запасом патронов 150 штук, 10 гранат F1, сигнальный пистолет СПШ с запасом сигнальных ракет 30 штук. Мост наводится, снимается, экипажем без выхода. Его из машины экипаж защищен от огня стрелкового оружия, осколков снарядов. Танковая радиостанция Р-123М обеспечивает экипажу связь с командиром танкового подразделения. По мосту могут следовать как личный состав пешком, так и все типы колесных и гусеничных машин общей массой до 50 тонн. Для наводки моста машина выдвигается к преграде, с помощью гидропривода опирает аутригер на землю, раскладывает концевые части моста и накладывает мост на препятствие. Затем базовая машина в качестве контрольной нагрузки преодолевает мост. Снимать мост с препятствия машина может с исходного или противоположного берега. Грузоподъемность 50 тысяч килограмм. Двигатель дизельный многотопливный четырехтактный. Запас хода по шоссе 500 километров. Максимальная скорость по шоссе 60 километров в час. Тип и мощность двигателя. Лошадиных сил 84 мс, киловатт, 840. Экипаж, человек 2. Масса, 40 тонн. Среднее удельное давление на грунт, КГС на квадратный сантиметр 0,808. Тип моста, однопролетный с колеей. Вес моста, 6400 кг. Длина моста в раскрытом положении, 20 метров. Ширина проезжей части, 3,3 метра. Время установки моста, без выхода экипажа, 3,6 минут. Время снятия моста, 8 минут. Спасибо за просмотр!